На то в хату, господа. У микрофона Данте, сегодня мы с тобой продолжаем играть в Ведьмака 3 Дикую Зиготу с дополнением Кровь и Вино. Остановились мы с тобой на миссии, где нам нужно найти мальчика, обувщика, так? Но еще, помню, у нас с тобой был квест, там где мы с тобой ходили и видели художника, который захотел нас нарисовать. Но я что-то про этот квест подзабыл и подзабил. И вот я сейчас думал, какой квестик выполнить, и увидел его. Поэтому мы идем на этот квест. На второй этаж нужно. Что тут за порядок? В чем дело? А, вы, может, по поводу объявления. Мастер-ведьмастер. Подожди, это не тот квест. Беспокоит какой-то шум на кладбище. Да-да-да, и похоже, что только меня. Никто другой не потрудился этим заняться. А шум все слышат. Я с этим ходил к княжеской гвардии. Кажется, они ничего не нашли. Да кто их там знает? Может, и вовсе не искали. Так что ж мне делать? Самому по кладбищу шляться? Нет, заплати мне, я пошляюсь. И сколько я за это получу? А сколько вы хотели бы? Много. 60 монет? 60, да? Идет. Ну давай, поехали. Жертвы были? Никто недавно не пропадал? Или только шум и все? Ой, по счастью, ни с кем ничего не случилось. А что, думаете, это какое-нибудь чудовище? Возможно. Но с таким же успехом это могут быть кладбищенские воры или какой-нибудь бродяга. Посмотрим. Уж сам не знаю, что хуже. Чтоб там ни было, займитесь этим, мастер, побыстрее. Короче, я не на тот квест пошел. Я думал, что это квест с рисованием, с картиной. Но это не тот квест. Ну окей, выясним вот этот. Потом другой какой-нибудь. А у тебя картин нет, отец? Покажи товары, пожалуйста. Нихуя у тебя нет, понятно. Удачи. Увидимся. Тут вроде недалеко. А, это вообще завлом. Ведьмак. Ведьмак, это я. Бедный горожанин, могильщик. Шума не слышно, но, пожалуй, стоит осмотреться. О! Какие-то следы. Худой, седой, невзрачный. Ничего себе, я худой. Мужик, ты что-то путаешь. Это я в оригинале худой. Пыльная трава и панталоны. Нет, он имел в виду другие звуки. А, тут кого-то, я понял. На кладбище получается. Эй, ну да. Нас вроде как должен от бестии избавить. Избавлю я и от бестии, и от всех на свете. Ой, огромная территория, если честно, где звуки надо искать прям. О, что-то есть. Не пропадай. Сорванная щеколда, кто-то пробрался на кладбище. Флорины я люблю. Ну и во что здесь теперь верить? Мне кажется, почему-то снизу, но вот здесь еще есть. Из-под вина, остатки еды. Шумная гулянка? Да нет, вряд ли. Чтобы хоть дети голодные. Следов порядочно, но ничего определенного. О, сюда можно зайти. Вернуться, как стемнеет. А что тут у нас? Ничего нет. Давай сюда вниз бегаем. Ого, ебать. А, мы тут были. Все, я вспомнил. По какому-то квесту мы тут были. Ну давай, подождем, пока стемнеет. Я, кстати, умение персонажа поставил пронзающий холод. Я не понимаю, как мне прилив адреналина изучить. А, у меня красного мутагена нет, серьезно. Тю. А что ж вот это? Рубеда надо сделать, сейчас сделаем.
рубе, да. Большой красный. Умение, цешечка. Опача. Ух, нихуя себе, 7 очков умений. Прилив адреналина. Увеличив в начале боя на 30 секунд силу атак мечом и мощь знаков на 30% за каждого врага после первого. Так, если врагов 11, бонус составит 300%. Затем сила атак мечом и мощь знаков снижается на 10% за каждого врага после первого. Не больше 70. Действует 30 секунд. А это что? Усиленные синапсы 2. Что-то непонятное тут, если честно, это мне нужно, может, красненькое еще поставить. Так и нет смысла. У меня тут все знаки хорошие стоят. Я обязательно помедитирую. До 12. 7500, ой, точнее 7200 на кармане. Твою мать, опять кто-то долбит. Звук, кажется, идет из катакомб. Так вот откуда этот шум. Из катакомб? Не души, странно. На логово кладбищенские бабы тоже не похоже. Тю, я ж только что заходил, ничего не было. Луи де Карантен почил в день поминовения святого Бендера. Луи де Карантен почил в день поминовения святого Бендера. Звук доносился откуда-то от. Оттуда. Призрак, наверное. Могут быть кладбищенские воры. Золоченый подсвечник они бы тут не оставили. Разбитая посуда, будто кто-то ее швырнул об стену. Здесь покоится Марго де Карантен. Ни чудовищ, ни кладбищенских воров. Просто небольшой бардак. Может, это все-таки не здесь? Странно. Может быть, блять, это выйдет из-за угла. Может быть, и не здесь. Ну, все-таки да. На вниз по квесту. Шум явно доносится из этого склепа. Да ё-моё. А как? Подожди. Что-то здесь не так. Надо подождать развития событий. Это он спрячется, типа. Медитирую за статуей, нормально. А ты только и знал, что целыми днями играть в эти карты. Как краснолюд какой-то. Тьфу! Уж всяко лучше, чем стоять у дверей храма лебеды и бормотать молитвы с утра до ночи. Да, это призраки. Неблагодарный! Я за тебя молилась, чтобы ты сбросил с себя ярмо азарта! Вот, видать, и намолила. Услышали боги твои причитания. Вот и радуйся, что муж твой помер. А тебе чего? Здесь частная беседа. Нахуй вы орете? А, о чем спор? О чем вы, собственно, спорите? Не твое дело. Может, вам помочь? Не знаю, кто ты, но ты обязан мне помочь. Чего это? Целую вечность лежать рядом с этим безбожником. Убери его из моего склепа. А в чем тут, собственно, дело? Это мой склеп. А эта швабра даже после смерти не отцепится, так и будет мне плешь проедать. Куда я смотрела, когда за него выходила? Ты даже собственное дитя бы в гвинт проиграл, неблагодарная ты свинья! А, он картежник. Да было-то, сука, всего раз, и то в шутку, ну сколько раз повторять? А кто все наше имущество на статую лебеды пожертвовал? Это... Благая цель. Святость пророка навеки изменила бы этот край азарта и ереси. Откуда мне было знать, что они мошенники? А я не говорил? И всего-то раз 500. Тихо, успокойтесь оба.
Придется одного из вас отсюда выселить. Так, пока вы тут вдвоем, мира и покоя не будет. Придется одного из вас переселить. Да, убери его. И если уберешь, я скажу, где спрятала его счастливые карты для Гвида. К сожалению, мать, они мне не нужны. Так и знал, что это ты. Значит, мало того, что выкинешь меня из собственного склепа, так еще моими картами расплатишься. А ты мне выбор не хочешь дать? Сейчас меня Кондратий хватит. Да были бы у меня эти карты на турнире в Бельхавене, я бы до сих пор жив был. Все из-за тебя, овца чумная. Из-за тебя меня зарезали. Тебя за долги убили! Нечего меня приплетать! Мужик, ты же не станешь слушать эту старую ханжу? Кажется, я знаю, где она спрятала карты. Сам тебе их отдам. Только убери ее отсюда. Не, мужик, если ты мне золото не предлагаешь, значит, я встану на сторону женщины. Мне придется подумать. Ну ладно, одного из них надо перенести. Ирек, пророк, лебеда. А как? Да не будешь ты играть на деньги. А потом да... Значит, ты все-таки дал ей себя надуть. Эх, сука. Ну ладно. Слушай, есть у меня к тебе маленькая просьба. Будь человеком, перенеси меня в зал баклерского общества любителей гвинта. Оно тут недалеко. Хорошо. Ты был членом? Вот как раз нет. Но приятно было бы. А если я к ним после смерти вступлю, никто и возражать не станет. Я этим займусь. Где зал? Так как нормально, я тебе еще все сделал. Иди прямо. Вход в зал в начале коридора. По правую руку. Спасибо тебе. Да не за что. Ну, пойдем. Меня немножечко совсем чуточек отвлекли. Честное помещение достопочтенных членов Боклерского общества любителей гвинта, пусть им всегда идет честное карта. Честное помещение достопочтенных членов Боклерского общества любителей гвинта. Это здесь. Желтую краску для доспехов нашел, слышишь? Я не понял, вы кто такие, блядь? А вы, господа, тоже в клуб любителей гвинта? Тут вообще на кладбище, я понял. Ой, да ты шо, какой смешной в этих красных штанах. Ты еще кто такой? Кто тебя послал? Так много вопросов и так мало ответов. Философ, сука, нашелся. Вали его, ребята! Он же тут в одно рыло! Но у меня знаки сейчас на 30% сильнее должны быть. Эх, покрони всякий раз, когда приходится... Это слышать. Квенчик. Ой, подожди, у меня что-то слышишь? Иконочка из... А, это, наверное, то, что у меня урон повышен от знаков, да? Ну да, Квен по-другому выглядит. Ля, прикольно. Будет хорошо. Ода Гвинту. Какое-то там, я не знаю, заклинание. Ну, не заклинание. Ладно, идем к Марго за наградой. Как оно называется, скажи, я скажу только быстро. Уля, Квен, как прикольно выглядит. Все три звездочки летают. Раньше такого не было, вау. Как клятва Гвинту. Я вообще тут хороший дроп нашел. Может, еще будет что? Ремонтный набор. Флорины, малорунный камень.
Ага, тут закрыто. Получается, из этого склепа есть только один выход. Пусть горят. Тут никому свечи менять не надо. Мне нравится, пусть светло будет. А, блядь, так куда ты? Ой, хуй с ними, с этими свечами. Что тут слева есть? Ого. Микроспайк какой-то был. Так, где мой лут? Я не понял. Вообще ничего нет, ля, пусто. Я вот это что, просто так тут бегаю, я не понимаю. Где? Ну вот же сундучок, его подлутать можно было бы. Если бы разрабы были недавними. Готово. Ну и где шкатулка с картами? Как выйдешь через бочарные ворота, поверни направо. Наш дом там легко узнаешь. Там над дверью вывеска с деревом. Шкатулку я закопала в саду под розовым кустом. Блять, а наверное мужик вывеска что-нибудь бы другое сказал, мы там бы нашли другую награду. Мне почему-то так кажется. Шо, уже скучаешь? А что ты сделал с Луи? Воистину, он света не видел с Агвинтом, но я бы не хотела, чтобы он очутился в канаве или в выгребной яме. Не волнуйся, я нашел ему хорошее место. Там он будет себя чувствовать как дома. Прощай. Прощай. Ебать, 270 метров выше, ебанулись. Далеко как? Как выйти отсюда? Здесь покоится Мильтон де Пейрак Пейран. Рыцарь какой-то. 100% рыцарь. Ой, бля, не видно нихуя. Давай до 6 мы с тобой помедитируем. Да не плачьте вы. Ну, умерли. Ну, блядь, жизнь у них такая. Все умирают. Собакины. Я дверь рядом никогда еще не видел. Они обычно по одной так что-то там ходят, пукают. Алло. Готово. Не будет больше шума на кладбище. Там теперь тихо и спокойно. Ах, ну хоть высплюсь в собственной постели. В лесе тоже стало слишком шумно. Все орут, как оглашенные. Один только и знает. Одрин, Одрин, как полоумный. Но что там было на кладбище? Чудище, как вы и говорили? Да, очень трудное было задание. Трудная была работа. Едва живым оттуда выбрался. Вам должно быть кодекс, запрещенный да, подробности. Да. Ну и к лучшему. Прошу, вот вам небольшая премия. Какая премия? Ты мне фулл прайс давай. Святой лебеда. О, соточка, это хорошо. Не зря я ему сказал, что трудная была задача. Отойди, блядь, пухляш. Так, теперь надо найти дом с вывеской. Ой, плотва, ну чё ж ты так далеко-то заспавнилась? Еще дальше. О, теперь нормально. Оп. Давай, плотва. Ты что, тут бегать не можешь быстро? Ой, курва. Нахуй, с моего пути. Бля, красиво тут. Прям не стыдно, красиво. Расходитесь, расходитесь. Памятник. Что тут у нас? Закрывается до особ. Прошу всех разойтись. Памятник закрыт. А фигурки можно купить и поставить дома? Я бы прикупил. Что тут творится? Держи меня, пророк Лебеда. Я же сам не сдержусь. Ясно же сказано, на сегодня памятник закрыт. Ну это я понял. Так и творится-то что? Постой, ты тот самый ведьмак, Геральт из Ривии. Да. Кажется, у меня есть для тебя работа. Какая? Я видел объявление, там что-то со статуей.
Дело очень деликатное, но я хорошо заплачу. Пока ничего больше не могу сказать. Ну, как? Интересно? Ну, рассказывай, в чем дело. Рассказывай, что там со статуей. Лучше раз показать, чем 100 раз рассказывать. Пойдем, сам все увидишь. Блять, я думал, это какой-то быстренький квестик, там набить морду какому-нибудь, типочку. Там член пририсовали или что? Вот, и он, гордость наша, Режинальд де Обре, величайший любовник, искуснейший фехтовальщик, а кроме того, виртуозный музыкант, мастер игры на арфе. Что с ним не так-то? Как бы это сказать? Он лишился своего достоинства. Писюн искать мне надо, да? Кто-то украл яйца? Ну, это же не какая попала статуя. Это сертифицированная копия, для отлива которой использовались подлинные гениталии Режинальда. Поэтому каждый, кто их погладит, получает необычайную любовную силу. Каждый, оплативший билет, разумеется. Да, понятно. Ты должен найти эти яйца. Когда произошла ты кража? Знаешь, когда произошла кража? Пару часов назад, самое больше. Когда я проводил последних экскурсантов, это было совсем недавно, все было на месте. Есть подозреваемые? Подозреваемые есть? Учитывая, что яйца Режинальда — истинное сокровище, это мог быть кто угодно. Кто от такого откажется? Я тут осмотрюсь. Мне надо осмотреться. Может, найду какие-то зацепки. Делай, что считаешь нужным, но найди яйца Режинальда. Без них весь туристический сектор Баклера повиснет на волоске. На волоске. Его яиц. Все получится. Должно получиться. Явные следы пилы. Но хирургически точная кастрация. Цы. Клочок плаща, сильно надушенный одеколоном. Блять. Этот запах должен привести к вору. Я не думал, что я с первого раза так быстро найду нужную лупу. Вы, наверное, целый свет объехали, сударь-ведьмак. Сударь, дама, да, это я. Объехал весь свет. Ой, ну нам вроде в одну сторону. Что, седой? Развлечений куда так спешишь, белоголовый? Так, а дальше? Налево. Иногда плохо видно этот запах, так называемый. Нормально. Почти дошли. Видимо, нам не сюда. Да ебать. Куда же твои яйца-то отнесли, мужик? Наверх теперь куда-то. Тут же миллион запахов должно быть. Разные одеколоны. Да и люди тут пахнуть должны не запах очень. Запах ведет к этой двери. Господи, что тут... Ой-ой-ой. Прошу прощения, я помешал. Мужик, отдавай яйца. Не так, как кажется. Слово чести. Я только оступился, запнулся и вот упал. А ага. Там уже лежало. Да. Жюс, это не он. Я клянусь, это просто неудачное... А ты зачем оделась? Что? Это не мой муж. Тсе. То есть... Это не твой муж? Вы кто такой? Ну, лицо у него, конечно, не очень. Доме? Убирайтесь! Не то я гвардию позову. Давай повежливее. Повежливее, дед. Я хочу с тобой поговорить. Вы, мне кажется, нам не о чем разговаривать. Есть о чем. Да есть о чем. Должен признать, ты в замечательной форме для своего возраста. Здоровое питание и стаканчик вина по утрам прекрасно сохраняют. Интересно, а ты слышал когда-нибудь про статую Режинальда де Обре? В этом городе каждый о нем слышал. Он же
Национальный герой. Яйца отдавай. Герой, говоришь? Похоже, ты о нем много знаешь, Жюз. А ты случайно не слышал, кто украл его яйца? Я сейчас все объясню. Это... Розалинда, я знаю, что ты там. И ты, твой хахаль. О, нет, еще и он. Сегодня, правда, не мой. Давай, дед, я тебя спасу, а ты мне яйца отдашь. Попался, паршивец! Выходи на бой! Ах ты! Ой, что ж тут делается? Картина Репина, приплыли. Одного бы я тебя просил. На двоих за раз. Погоди, погоди, я здесь ни при чем. Думаешь, я такой наивный? Вот я тебя отучу лезть к чужим женам. Иди домой. Мне сейчас не до того. Иди, иди домой. Да, так будет лучше. Я уже ушел. Давай. Не знаю, кто вы, но без вас для меня все закончилось бы прескверно. Благодарю за спасение. Ага. Так, надо поговорить. Розалинда, любимая, ты нам позволишь? Ну ладно, признаюсь, я украл эти яйца. И вы не поверите, но они и правда действуют. Мы... с Розалиндой сегодня... Ебать, у тебя зубы, дед. Три раза. Это пизда. Три раза? Впечатляет. А то как же в моем-то возрасте? За день больше, чем за прошлые 10 лет. И все-таки ты украл эти яйца и должен их вернуть. Послушайте, может, мы договоримся, а? Не. Оставьте мне яйца, а я вам заплачу. Не заставляйте себя упрашивать. С ними я снова молод. Не. Хотя, блядь, не, не. Речи быть не может. Я должен забрать эти яйца. А если я оставлю их себе еще на денек или на два? Ну, или на три, не больше, а? Ничего не выйдет, прости. В общем, хорошо, хоть я вообще смог ими воспользоваться. Вот именно, так что давай яички. Вот, забирай. Гениталии статуи Реджинальда. Спасибо и удачи. Я думаю, ты и без них неплохо справишься. Дай ему какой-нибудь эликсирчик. Подожди, Геральт, ты куда? К Розалинде зайти. Там уже дед фуфлыжным стал. Наш выход, Геральт. Геральт, наш выход, говорю, Геральт. Блять, закрыто. Подожди, я хочу вот в это вот здание зайти. Там, где рыцарь на мини-карте нарисован. Ой. Ты кто вообще? Здравствуйте, славный герой. Я Геральт. Плачу странствующим рыцарям. Так я и есть. За что? Наши рыцари ездят по большакам. Ну это я знаю. И если вам, сударь, удастся разбить какую-нибудь ганзу... Спасти рыцаря, если у тебя какого-то купца из рук. Или же... О, я спасал. К слову... В Баклере много говорят о вашей отваге и преданности делу. Вознаграждение? Вам положено вознаграждение. Подпишите, пожалуйста. Подожди, так а... Я бы взглянул, ты мне денег дашь? И что тут за книги? Книга, мусор. Пергамент. Записка. Чертеж большой глифарда. Десять процентов мощи арда. Так я это все читал, наверное. Ой. Вот это все надо купить. Вихт. Это все надо, чтобы в бестиарии больше подсказок было. А ты ничего мне купить не хочешь? Мужик. Шкуры, может. Давайте я вот это все попродаю, то, что мне не надо.
как раз хоть половину цены отобьел. Ложки там вихторские. Как раз вот ты там что-то про Вихта говорил. Пергамент. Вода, еще шкуры. Букетик, что это? Похуй. Гнилая плоть, молоко. Фантики какие-то, бумажечки, не знаю. Черепа. Жемчужины, на тебя все. Все, я свои бабки отбил, я пошел. Прощай. Ладно, удачи тебе, рыцарь. 143, 12 в памяти. Какое-то задание дополнил. Когда вас зовут Геральт из Ривии? Или может... А, 100 крон дал. Художество — это вино жизни, а не хлеб. Так, подожди, а книги-то как мне прочитать? Блять, откуда у меня еда еще? О! Новая статья бестиария. Вот я чисто для этого их и покупал. Новая статья бестиария. Новая статья бестиария. Новая статья в бестиарии, бля, это имба. Кто гвардейцев не боится, тот окончит не в темнице. Так, подожди, Геральт. Да, нам. Вау! Еще ослизг какой-то. Подожди, тут я все заказы брал. Оп. Бутылка вина на дверь. Он выжил. Фух, я уже обосрался. Много о вас говорят, ведьма. А еще больше говорят, что... Куда так спешишь, ведьма? Я спешу задание выполнять. Серия не резиновая, как говорится. И как? Нашел ты причиндал Реджинальда? Да. Ага, и вернул их. Ущипни меня, пророк Лебеда. Это и правда они. Надеюсь, эта скромная награда все-таки выразит всю мою признательность. Забегай завтра на торжественное открытие. Фигурка. Серьезно? Абсолютно бесплатно. Я плачу. Фигурка. Ты прикалываешься. Ты дура. Ой, блядь. Фигурку он мне дал. Наверное, статуэтка какая. Я хочу прийти погладить яйца. Может, в реал-лайфе как-то получится. Ты что их до сих пор делаешь? Спасибо за помощь. Я пришел погладить, мужик. О. Пока никто не видит. Поверить, что я это делаю. Давай еще раз. Три раза. Поверить, что я это делаю. Пока никто не видит. И последний. Это баф вообще какой-то. Поверить, что я это делаю. А что он дает? Так, а что за баф? Как посмотреть? Как баф посмотреть? Мне интересно стало. Это не умение, это как, шо, куда, как. Как понять-то, что... А, это вниз, блять. Как понять, что баф дает, я не понимаю. А, ну дворяночка. Не, не работает. Мне нужно в задание зайти. И... Не то. Вот. Вечный покой. Еще художники какие-то. Что этот баф дает? Надо будет почитать в интернете. Хотя, скорее всего, Рилерий Вименко все знает. Ух, блять. По крышам можно бегать, ты видишь? Медальон вибрирует. Что-то тут не так. А может она нас наебала, ебать? Нихуя себе я пришел, ебать. Покажи, что умеешь. Под розовым кустом. Ну ладно.
Ну выкапывай давай. Ага, все как она говорила. Ну, так и что дальше? Вампир Брукса. И все? Серьезно? Ключ от сада. Это сюда, что ли? Да. Да помолчи ты. Короче, чекнул я, что эти яйца дают. Это просто восстановление энергии вне боя на 60 минут. Так. Ну, квестов тут еще и правда много. Голодные игры. Вот, портерист. Вот что я хотел. Встретиться с художником я хотел. Вообще в начале серии. А выполнил с тобой какие-то, блядь, три рандомных квеста. Ну, один наполовину. Отдохни. А, это собака. Вот, а ты еще не устала, чтобы отдыхать. Ну почему я здесь не могу нажать дважды shift, да? И могу, чтобы он бегал очень быстро. Вот эта вот микроскачка, конечно, это такое себе. Красивый кадр получается. Мне прям нравится. Только куда у меня будет бежать плотва, почему, блядь, прямо всегда, хотя я дважды зажал shift. Следовательно, она должна бежать по точечкам на карте. Сука, это красная броня. Она такая смешная. Да, бывает. Иногда еще и папа. Ля, какой-то Властелин Коленовский мост. Статуи. Властелин Кольцовый даже. Да я один всегда хожу. Почему меня тут большинство любят? Я не понимаю, это странно. Где тот самый Новиград, где все меня называют чудовищем и приблудой? Так, блядь, остановочку. Это полиция, Тусента. Кстати, если выбирать между путешествиями в Киберпанке на машине или Ведьмаке на лошади, я выберу Ведьмаке на лошади. И то интереснее. Ой, блядь, ну скакать вот это, конечно, это вообще мое почтение. Эй, хуй. Живописец. Я пришел. Идем же. Мы как раз застанем самый великолепная Кьяроскуру. Великолепная Кьяроскура. Ну пойдем. Пойдем. Чего не сделаешь ради искусства. Лучше поехали верхом. Так быстрее и удобнее. Поехали, шо мне. Мое полотно, горлица над соцветиями бурьяна, висит в княжеском дворце. Чучело, добытого мной куролиска, висит там же. Не исключаю, что набили его соцветиями бурьяна. У меня когда-то была кисть из перьев куролиска. Лучшая кисть для темперы. Но я ее лишился. Кот стащил. Да у меня этих крыльев куролиска. Могу тебе еще чтобы отдать. Писать картины, разумеется. Я же говорю, великолепная была кисть. И дорогая. Кот пишет картины? Картины. Бездарную мазню он пишет. И умеет, что копировать тех, кто талантливее его. И копирует... Наверное, тех, кот это кличка какого-то художника. Анри де Телус ван Кот. Ничего странного, что ты о нем не слышал. Посредственность и наглец. Дальше пойдем пешком. Так я и на лошади могу. Дворяночки, это мне. Милостивые господа, прошу прощения, что осмеливаюсь. Вы не видели поблизости набора кистей и красок? Евгения! Сдается, этот человек чего-то от нас хочет. Мужики, я вам сейчас зубы повыбиваю. Краски и кисти. Я тут все приготовил. Со всей определенностью мы не видели здесь никаких ремесленных орудий. Что-то не так? Все не так. Ну не могу же я писать без красок. Это конец. Разве что ты их сумеешь отыскать. Конечно, сумею. Хрен с тобой. Говоришь, я оставил их где-то здесь? Ровно на этом месте.
У меня тут было все. Тут педики, блядь, пришли, сели вот это бухать, своих тёлок трогать. Может, с холма скатились. Ладно, поищу. Пошли искать. Оставь меня, считаю, как ваше здоровье, сударь. Да иди нахуй. Краски лучше верни. Верно, Финка. Возьмем, к примеру, барона де Карпо. Вот краски. Воняет терпентином, как 100 накеров. Так, может, по запаху найдем? Нечеткие следы ног. А, вот и запах тю. Почему? Куда? Что? Как? Сюда? Да это прикол какой-то, где, блядь, запах? Ну вот я его вижу. Вот он идет сюда, все, нашел. Напал на след, Мухтар. Тут тоже капнула краска. Давай, нюхай, нюхай, прям занюхни так хорошо. Блять, еще эти цветочки красные. Ух, ебать. Это мне. Они что, в пещеру занесли? Или это как обычно тролли, блядь? Вот еще одно пятнышко. Это, кажется, верный след. Да, я с трупа заберу череп. Я думал, хоть Флорина. Тут тоже капнула краска. Ух, ебать тут накеров. Похоже, краски стащили именно они. Зачем? Да дай мне... Дай мне... Ты чё, блядь? 120% множитель дэмэджа и знаков. Вау, ля, как я свечусь прикольно. Ты видишь это? Вокруг меня такое свечение. Ля, охуеть. Да нахуй мне эта двойная жизнь, пусть лучше будет. Такой красивый ведьмачок у меня. Ой, мутагены сейчас надо подбирать прям все. Пустая баночка от краски. От нее никакого проку не будет. Давай, вставай, я уже увидел. Вот и краски. Похоже, с ними ничего не случилось. Можно отнести их художнику. Не можно, Геральт, а нужно. И грибочек подсобирать. И еще один. Я, короче, потом, мне кажется, 100 тысяч только на грибах смогу заработать. Хуй! Твои вещи. Твои краски. Замечательно. А где они были? И это все, что ты нашел? Красок было больше. Нужно было лучше смотреть за своими вещами. До них добрались накеры. По следу краски я попал в их пещеру. Они нарисовали твоими красками фреску на скале. Что-то вроде фатальной сцены. Надо будет вернуться посмотреть. Это невозможно. Набрызгали на стену только и всего. Ну ничего. Главное, основные цвета уцелели. Пойдем. Я пока ждал тебя, присмотрел получше холм. Подожди, дай я в пещеру вернусь. Это было вот здесь вот, это было вот сюда вот. Я не видел там, блядь, никакой батальной сцены. Блядь, так как, сука, деревья. Я ничего не вижу. Где же это было нарисовано? Так это не сюда. А, вот, реально. Геральт, какая нахуй батальная сцена? Что ты несешь? Они ж реально, ну, тупо, блядь, набрызгали. Набрызгали красок на стену и все. Вот, сука, разрабы дауны. Наебали меня. Пиздец. Да сука, ой-ой-ой-ой-ой, тряска от этих, блядь, непроходимых деревьев. Сабля Ольгрида. Я хочу, чтобы ты мне нарисовал вместе с ней. Это холм получше. Нам фантастически повезло с погодой. И свет идеальный, абсолютно. Мы можем уже прибежать. Собираешься
творить шедевр. Часов 6, не больше. Дольше солнца все равно не позволит. 6 часов? Но время пролетит незаметно. Поболтаем немного. В таком случае я приму эликсир. В летаргическом сне время проходит действительно быстро. И болтать не обязательно. Нет, 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 нет. Необходима соответствующая поза и выражение лица. Живой, проникновенный взгляд. Летаргический сон исключает. Уверен? Ты мог бы назвать свое полотно «Ведьмак, лежащий без чувств в соцветиях бурьяна». Шутишь? Остроумный ведьмак. Ну да, я. Да. А далеко, блядь, до твоих холмов этих? Ой, блядь. А, нет, нам не туда, слава богу. Уже просто как бы, ну, заканчивать пора серию. А мы все, блядь, рисуем себя. Мне 2 копии нарисуешь. Итого 12 часов. Ничего страшного. Окей, кстати, парень, реально красивый вид. Ну что, пришли? Да. Замечательный вид, лучше некуда. Идеальный фон для нашего шедевра. И правда, красиво. Интересно, почему сюда никто никогда не приходит? А пока подумай, в какой позе тебя увековечить. Ага. Подумаю. Ну и мне выбор дадут. Мне не дали выбора. Так, отлично. Все. Надо было раздеться. Можем начинать. Ты уже придумал, как будешь позировать? Очки надень. Бля. Лежа. Я лягу. Ну, хоть вздремнуть успею. Свежо. Правильно. Герой возлежит, опершись на локоть, устремивший взгляд вдаль и отдыхает после битвы. Тушку какого-нибудь грифона добавим позже. Да, у меня голова целая есть. Разумеется, любой сон полностью исключен. Это мы уже выяснили. Скажи, мой друг, мне начинать? Или ты все же предпочтешь более динамичную позу? Начинай. Давай, начинай. Сделай, пожалуйста, то самое выражение лица, которое у тебя было, когда я предложил тебе позировать. Этакая гримаса бешеного, брыкающегося муфлона. Ты охуел. Отлично. Да. А теперь не двигайся. Я ничего не нажимал. Долго еще продлится это рисование? Недолго, совсем недолго. Мы все равно уже теряем свет. Прошу тебя, не меняй положение головы. Постараюсь. Неудобная поза. Запомнить, что художникам верить нельзя. А, грифон! Да, знаю. Ты его позже пририсуешь. Да нет же! Грифон! Да сука! Беги и спрячься! Ой, мамочка моя! Очки надень, блядь. Сука, я без очков драться не буду, подожди. О! Вот это другое дело. Шо ты, хуй? Подрезан. Оп. Громчика еще ляпнуться. Гореть. Лежать. Перетанчить. Быстрее облутать, облутать, облутать. Тут голова. Вроде взял. А вот и грифона. Как ты и заказывал, мужик. Уже можно вылезать? Да, тебе ничего не грозит. Теперь ясно, почему сюда никто не приходит. Это охотничьи угодья грифона. О, эта тварь меня насмерть перепугала. Давай вылазь и рисовать. О, меня. Не насмерть. Ты жив, и в первую очередь потому, что выбрал в модели ведьмака. А что с картиной? Цела. Но сейчас я ее показать не могу. Никогда не демонстрирую. Ой, блядь. Неоконченных работ. Можешь взглянуть на нее завтра.
в это же самое время. Она будет выставлена на рынке. На каком рынке? Дай мне ее бесплатно. Огромная же бестия. Может, и Грифона запечатлим? Не. Нет. Очень уж он изрублен. Ты не хочу. Тебе не к лицу мертвый Грифон. Кровь у него какого-то неприятного оттенка. Хорошо. Мне этого хватит. Детали доработаю под. Впрочем. Видишь, уже темнеет, вижу. Вот твоя. Спасибо. Я еще картину должен выкупить. Охуеть, это вообще пизда. А, 300 круг. Трофей Грифона. Мы видели уже 150 раз, как ты их срываешь, Геральт. Давай быстренько обратно. Чекнем картину. Заберем ее, выкупим. Что там с ней еще можно будет сделать, сделаем. Блять, поворот проехал, похуй. И так, а нет, не похуй. Или похуй. Сука, кусты. Плотва, блять, у меня бегать быстрее начала. Вообще непонятно, когда поворачивать теперь. Вот это все. Блять, 400 метров. Дворцовые сады. Это мне? Теперь бегать нельзя. Да здравствует княгиня Анна Генриетта! В глубинах брюха снова сухо! Да. Напейся, свинья. Вот это вот, блядь, жетуха. Ведьмак рифмоплет, не забывайте. Ебать, далеко бежать, конечно, прям мега далеко. Но. Почему мне карта показывает сквозь дом, сука, идти? А, блядь, интоксикация, подожди. О, пиздец, на коне я не могу зайти а туда. Увидит, я тот ведьмака позовет. Я-то вижу, какой ты за меня. Верхний город Боклер. О! Тяжко на службе с пустым брюхом. Любимец, думаешь, тебе все можно? Видал, как умею? Тут растет много травы, надо будет зайти в это здание. Ебать, тут рынок, конечно, в Новиграде удобней. Не туда зашел, сюда зайти, подождать. И потом еще до утра. Ну, иди картина-то. Да отойди, убери ты сиськи свои. А Грифон-то где? Привет. Что это за хуйня? Геральт, мой добрый друг. Как тебе наша картина? Что скажешь, а? Отличная. Хорошая. Хорошая картина. Потом, какое воображение. Что-то я не помню, чтобы я раздевался перед тем, как позировать. И кое-какие мелочи не согласуются. Воображение — вот главный инструмент художника. Понятно. То же самое я слышал от одного поэта. Он тоже любит приукрашивать и выдумывать. Лютик, давай мне картину. А не хотел бы ты купить у меня эту картину? И знаешь что? Я продам тебе. Что скажешь? У меня нет столько денег. Ха, ну и ну. Высокого ты о себе мнения. У меня нет столько денег. Ну не страшно. Вернешься, когда будут. Ой, ну давай купим, хорошо. Видите? Почему бы и нет? Хм.
Портрет Геральта. Пойдет. Где? Подожди, подожди, подожди. Да и хуй с ним совсем, согласен. И хуй с ним, что Сережа почти 10:10 идет. Надо же отправиться в Корво Бьянко. Винодельня моя. А нет, только 55 минут, нормально. Там дворецкий охуеет, наверное. Ой, куда я побежал, блядь? Иду на мейн-квест, вообще башка не варит. Варит котелки, мои любимые, они. Я думал, это дверь. Это пизда вообще. О, она покушала. Подожди, подожди, сначала картина. А есть? О, вот, вместо щита. Та ты шо? Вот это я понимаю, моя спальня. Картины со мной, то, сё. Так, Марлена, подожди. Даже и не знаю, как я вам отплачу, ведьмак. Я не прошу платы. Надеюсь, тебе... А не хочешь тут остаться? О, да. Я чувствую, как силы мои возвращаются ко мне. Благодаря заботе Варнавы Базиля. Ты вынесла страшные муки. Рад, что смог их облегчить. Да. Годы страданий. И знаешь, что было даже... Понятно. Последний раз встану, боюсь, мне куда идти. Ты можешь остаться здесь. Дом большой, имение огромное. Можешь остаться здесь. Правда. Не хочу злоупотреблять вашим гостеприимством, но... Да. После стольких лет страданий и голода я хочу одного. Наконец-то готовить еду, которая бы укрепляла, питала и радовала вкусом и запахом приправ. А потом сидеть за столом с остальными и есть. Если об этом ты мечтаешь, то не вижу никаких проблем. Ты могла бы помогать Варнаве Базилю на кухне. Я ел его стряпню, он не лучший повар на свете. Ничего не принесет мне больше счастья. Благодарю. Это я тебя благодарю. Этому дому не помешает женская рука. И а, где-то ревнует одна Трис. Вам рассказать. Много та сука. Назад мой отец собирал ценные вещи для моего приданного. Замуж я не вышла, так что сокровища так и... Пол второго. Мне эти погремушки... Давай. Да, как старый дом. Бывай. Да. Береги. Голодные игры — это следующий квест, который мы с тобой будем выполнять. Сюда мы повесим именной щит. Так. И... Или сюда. Не, наверное, туда лучше. С кухни надо подобрать. Вообще надо на кухню голову Геральта повесить. Что я за меч выбрал? Что это за меч, подожди? Нихуя себе! Стальной меч буклерского... Ну похуй, пусть висит. Пусть лежит, короче. Меч Ольгрида я ни на что не променяю. Ну а на этом у нас сегодня с тобой все, поэтому всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И всем удачи, и всем пока-пока. И конечно же... На то в хату.